Военный информационный канал ДАДУ-79 представляет. Армянские вооруженные силы, понесшие в ходе боевых действий значительные потери как в живой силе, так и в боевой технике, отправляют воевать 60-летних, 70-летних стариков. Похоже, это будут последние резервные силы противника, который вслед за женщинами отправляет воевать пожилых людей. Часть молодых армян была уничтожена азербайджанской стороной в Карабахе. Однако непреложной истиной является тот факт, что большая часть молодых армян уже давно выехала за пределы Армении, лишь бы за границей хоть как-то обустроиться. Было подсчитано, что за весь период продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана средняя продолжительность жизни армянского военнослужащего, которого сверху бомбят азербайджанские дроны, составляла всего от 12 до 15 часов. Эти кадры доказывают, что у армян нет ни людских, ни материальных ресурсов. Но несмотря на это, армянская сторона ведет себя глупо как на поле боя, так и на переговорном столе. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!